Власти Доминиканской республики изъяли свыше 2 тонн кокаина. Контрабанду обнаружили в контейнере с одеждой из Панамы в морском порту. Конечным пунктом назначения запрещенного груза был порт в Бельгии. Предположительно, нелегальный товар предназначался для распространения в Европе. По данному факту идет расследование. По словам полицейских, это вторая крупная партия наркотиков, которую обнаружили в стране. В 2006 году правоохранители нашли груз с кокаином весом больше 2,5 тонн.